Они любили каши. Конфеты. В детском саду? Я думаю, моя мама у нее бы, по-моему, был, не знаю, мясо. Папа любил кушать апельсины и яблоко, и мандарины. Я думаю, что папа начал синюю, потому что это любимый цвет папы. А мама розовый цвет, потому что розовый он любит мама. Это они играли только там в мою волнуется раз, лучший игрок там, как его там. Это Вовах, где надо стрелочки такие ставить, это чтобы эти искали их. Вот он даже так стрелочки, короче, мелком и слышно на асфальте. Есть такая игра, я забыл, как она называется. Они сначала ходили в садик. Они любили играть настольными играми. И они любили одевать. Ну, они любили играть на улице еще. Они сначала одевали кофту, потом штаны как-то и куртку уже. А колготки они не одевали. Они про них забывали и забывали, и про шапку забывали. Вот. Смотрел одно видео, они вот так вот катались на перилах. Одевались в такие майки без рукавов, дергали друг друга, ели кашу. Они выглядели такими маленькими, и у них лицо было как у меня почти.